Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами Геннадий Бабак с обзором ICO инновационной криптовалютной биржи STAX. Я уже писал об этой бирже, об этом ICO, сегодня сделаю небольшое обновление. Итак, что такое ICO STAX? ICO STAX – это ICO новой криптовалютной биржи. Буду проводить много аналогий с биржей Binance, потому что разработчики биржи ICO ставили перед собой цели примерно такие же, как и биржа Binance в 2017 году, когда она выходила в свет на ICO и достигла того, что планировала. Буквально за полгода они вошли в десятку лидеров криптовалютных бирж мира и вышли даже на первые места по уровню ежедневного оборота ликвидности биржи. Однако ICO STAX дает возможности гораздо больше, чем биржа Binance, но сейчас я хочу сказать не об этом. Сейчас я хочу сделать обзор по токенам, потому что то, что предлагают учредители-создатели ICO STAX, это несколько необычная вещь. Они предлагают два типа токенов. Токены STE и токены A2A. Токены STE, STE это то, ради чего, собственно, стоит этим всем заниматься, потому что это такая интересная модель, которая позволяет любому инвестору, который купил токен STE, получать долю как бы прибыли пирога, то есть всего пирога от всего трейдинга, от всех комиссий там биржи, которые она будет получать, от всех услуг, которые биржа будет предоставлять. То есть создатели ICO пошли по пути такому, что никаких зарплат учредителям, никаких там специальных там дивидендов, то есть все это они участвуют на том же уровне, как и все инвесторы, пока, то есть покупаются монеты, токены STE, и у них есть просто определенная доля, которую они берут для себя. Все остальное продается. Токены STE продаются до 30 апреля 2018 года. Я записываю это видео 16 апреля, соответственно, две недели у вас еще есть на принятие решения. И с каждым днем токены STE дорожают, и 30 апреля последний день, когда их можно будет приобрести, и на этом все. Да? Что такое биржа, почему она именно так, я думаю, что она выстрелит, даже не думаю, я уверен, даже не уверен, я просто знаю, что это так и будет, потому что ее возможности, они на порядок превосходят возможности всего того, что мы здесь видим, включая Poloniex, Binance и так далее, да, там Bittrex, то есть эта биржа будет на уровне чего-то действительно инновационного. Там есть и кросс-курсы, кроссы, то, к чему мы привыкли на обычных валютных биржах. Там есть трейлинг-стопы, стопы. Все это сделано профессионалами для профессионалов. Возможность работать типа по схемам PAM, типа как на Форексе. В общем, просто невероятные условия. И прикол в том, что сама биржа уже практически на выходе, то есть май месяц она уже начинает работу. Фактически вы, если сейчас вложите деньги, вы уже с середины мая будете получать, ну, с июня так точно, дивиденды, если вы успеете купить токены STE. Потому что вот биржа Binance работает по принципу своих токенов тоже, но это BNB токены, да? Это то же самое, что здесь токены A2A. Это их продажа начнется с 1 мая, и они не дают уже возможности вам получать, грубо говоря, дивиденды со всех операций биржи. Только токены STE позволяют вам получать дивиденды со всех операций. Теперь зачем это нужно? Смотрите, если мы проведем аналогию с биржей Binance, то учредители Binance, они вот инвесторы, которые купили токены Binance по цене 10 центов в прошлом году, сейчас они торгуются, эти токены по цене 12 долларов. Это 12 000%. Всего лишь за период там, от 6 до там, 12 месяцев, даже нет еще 12 месяцев. То есть это невероятная просто прибыль. И еще раз говорю, что мы можем проводить полную аналогию по бирже STAX, потому что она делает то же самое, но в разы лучше. Okay? Технологии в разы более серьезные. То есть, что вы можете получить? Вложите просто каких-то 100 баксов, и вы уже получите через 6 месяцев 1100 долларов. Причем, повторяю, дивиденды выплачиваются пожизненно. То есть их можно даже, я бы и не продавал эти монеты, держал их, потому что вы просто получаете пассивный доход пожизненный. 10 000% это 10 тысяч долларов. Уже через каких-то год, полтора года вы можете получить 10 тысяч долларов на свою инвестицию в 100 баксов. Для 500 долларов, просто для примера, привел вам цифры. Ниже также представлена таблица, которая учитывает более сложный расчет.
Вот, сделанный одним из инвесторов. Но я думаю, что не надо так глубоко залезать, грубо говоря. То есть вот, вот эти цифры. Вы получите 1000% через 6-7 месяцев. Может даже через 3 месяца. Потому что как только биржа выйдет, все, сразу скачок и все понеслось дальше. Теперь как, собственно, поучаствовать? Повторяю, выберите любую цифру. Вы можете начинать с 0,1 эфира. Это сейчас порядка, по-моему, $40-$50. Нажимаете на кнопку «Детальнее о токенах STI». И я здесь сделал небольшой обзор. Почитаете, что это такое. Здесь еще раз повторяю, приобретая токены STI, вы получаете право на долю прибыли всей компании. Это колоссальное просто условие. Вот здесь показано, как это происходит. То есть совладельцем биржи можно стать только... Ну, до, не, это здесь ошибка, не до 12-го. До 12 апреля можно было стать по самой дешевой цене. Сейчас до 30 апреля вы можете купить те же токены STI, но уже просто дороже, с каждым днем они дороже и дороже и дороже. Есть также у них своя обменка Stax Gateway, которая называется, где вы можете поменять, если у вас есть биткоины на эфир, пожалуйста, прям там это можно сделать и так далее. Опять же, провожу аналогию с Binance. И вот стоимость, на, которая меняется, повторяю, 15 апреля 1000 токенов стоило 2,5 эфира, 16-23 3000 токенов будет 1000, то есть увеличивается просто цена. ICO заканчивается по STE именно этим монетам 30 апреля. Дальше можно будет приобрести монеты только те, которые A2A. Они не дают права на дивиденды, они просто будут расти в цене. Okay. Теперь, ну здесь тоже рассказано о том, как это все работает. Как приобрести? Нажимаете на кнопку «Как приобрести токен STE». Информации достаточно много. Ну, ничего, я так по кусочкам разложил это все, надеюсь, что будет все понятно. Так, если у вас нет еще эфириум кошелька, да, нужно зайти на Mitre Wallet. Вот здесь вот я взял с интернета видеоролик, хорошо записанный. Как это сделать? Просто открываете свой кошелек на эфире, для эфира, да. Дальше покупаете эфир. Значит, два варианта. Вы можете купить просто, поменять биткоины через биржу STX. Вот их специальную, специальный такой вот ресурс, который они сделали. Или же вы можете просто купить за доллары или любую другую валюту, за рубли, на обменнике. Я здесь тоже выложил ссылку на обменник, вот этот Best Exchange, он собирает лучшие курсы со всех обменников, показывает вам, на каком обменнике лучше сделать обмен. Все, то есть вам нужно иметь первый кошелек эфира, второе, вам нужно иметь уже эфир на момент покупки. Дальше вы переходите на, собственно, регистрацию, начать процедуру регистрации, нажимаете на вот эту кнопку, начать процедуру регистрации для покупки монет STI, и вы попадаете вот в такое окошечко. Здесь вам нужно согласиться, подтвердить, после чего вам сюда нужно будет вставить свой эфир кошелек. После того, как вы вставите сюда номер своего эфир кошелька, нажимаете Get Payment Address и попадаете дальше, проходите всю остальную процедуру. Так, как здесь у нас, ну вот, то есть вы там зарегистрировались, поставили кнопочку, и вот здесь все показано, что нужно делать, как нужно делать и так далее. Ну, начать можете с 0,1 эфира, то есть ну, буквально с там, $40-$50, это совсем смешная цифра. Но даже она, вырастая в 10, на 10 000%, даст вам хорошую прибыль. Вот, здесь пошаговая инструкция. Если не разберетесь или будут какие-то вопросы в процессе, вот я тут, кстати, пишу тоже об обмене, как поменять, меняем биткоины на эфир, то выходите на связь со мной по скайпу, как обычно, Геннадий3881. Ребята, еще раз говорю, такие вещи бывают раз в десятилетие, наверное. Пример биржи Binance дает нам реальные основания полагать, что мы действительно умножим свои инвестиции в 10 тысяч раз. Есть партнерская программа, пожалуйста. То есть после того, как вы зарегистрируетесь вот по этой системе, внесете свою денежку, соответственно, вы будете еще возможность иметь 2 недели рекламировать продажу этой монеты STI, сделать доброе дело людям, потому что фактически это самый быстрый способ получения пожизненного пассивного дохода с того, что точно будет иметь успех. С вами был Геннадий Бабак. До встречи. Выходите на связь, если кому-то эта тема интересна. Всего хорошего.